Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили президента Болгарии Романа Радева и его супругу Десиславу Радеву. Караулдан фарагат сагдан каршыламак үчүн караула ал начальник почетного караула отдал рапорт президенту Болгарии. Жанап Болгарстан Республикасынын президенти сиздин Азербайджан Республикасына келмеңиз шарафына фахри караул түзүлөт. Караул рейси майор Гулиев. Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с главами государств и их супругами. Президенты Азербайджана и Болгарии сделали официальное фото.